мы со всеми странами будем поддерживать дружественные отношения. Ни с кем мы не будем ссориться, но ключевые страны, как Евросоюз, так и Соединенные Штаты, будут являться нашими главными торговыми партнерами, на которых мы будем ориентироваться. Мы перестроим всю экономику. Мы будем модернизировать нашу экономику такую, чтобы она стала современной, чтобы она соответствовала лучшим стандартам в мире, а это именно Соединенные Штаты и Европа. Китай, Россия, да, наши торговые партнеры, да, мы будем с ними поддерживать отношения, но они будут работать как все и будут работать на тех принципах, которые выгодны нашей стране. Не потому, что они большие и крупные. Мы получим поддержку от ведущих стран мира. Мы подпишем соответствующие договора. Мы в военном отношении будем нейтральной страной, но мы будем строить и свою оборонную промышленность. И не получится так, чтобы безнаказанно нас можно было нагибать, как хотим. Мы будем со всеми дружить, но обижать себя не дадим. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.